хороший повод пробежаться, активный и здоровый образ жизни в Саратове поддержать. Это определенное единение какое-то. То есть помимо нашего общего увлечения рэпом, здесь еще общее увлечение бегом. Это здорово. Сам спортсмен, так как творчество касты нравится, как увидел, думаю, сразу надо... ради тренировки, так сказать. Они каждый день такие мероприятия в Саратове какие-то звезды проводят. И мы же все единомышленники. Помимо того, что мы все слушаем одну музыку, мы еще и занимаемся бегом. Нет никакой особенности, нет никакой традиции. Просто я зову всех на пробежку. Одному мне бегать скучно, и я боюсь заблудиться. И поэтому я пишу в Инстаграме, во сколько я стартую и где. И я вижу, что приходят люди. Это так круто. Пришло в Ростове и в Краснодаре больше всего, но там была дистанция меньше. А здесь 10 километров, но многие просто боятся об этом даже подумать, ну, какие 10 километров. Это подготовка к полумарафону. Сегодня мы бежали 10, и завтра тоже 10, а потом будет больше. Это огромная честь и отличная возможность вместе так вот побегать, пообщаться. Я пришел, чтобы подарить подарок небольшой на день рождения группы.